комплектацию телефона чехол. Внешнее состояние отличное вообще. Экран также целый, без сколов, ничего. А сильвотка на интернете вылазит? Камера исправно работает. В интернете что вылазит? Ну да, в интернете. Наверное, старые программы там стереть можно, да? А тут стирать ничего не надо. Ничего совсем. А экран светится на дне, да? Да, но он тусклый все, потому что зарядки мало. Фронталка тоже работает. А это мало еще, там блок питания. Если все в наличии. Телефона наличие, всегда показывает, как будто наушники. Видим какой-то, что-то видим с разъемом. Остальное у него все вообще в идеальном состоянии. От меня аккаунта отвязан. Динамик громкий, но тут получается не работает из-за вот того, что наушники показывают разговорный динамик. То есть либо разговаривать по громкой связи через этот динамик с собеседником, либо всегда просто быть в наушниках. В наушниках, грубо говоря, слышимость вообще все хорошо. То есть, вот, а так других дефектов у телефона нету, поэтому и цена. Цена соответствующая. Все остальное работает вообще отлично. 4 на 64 он. С возможностью расширения оперативки плюс 2 гигабайта. Отпечаток пальца тоже работает. Да.